Друзья, собираем многочисленную армию в Инстаграме. Если ты хочешь прильнуть к этой армии, пожалуйста, подпишись в мой Инстаграм. Мне будет очень приятно. Ссылочка в описании. Пожалуйста. Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как съесть гораздо больше еды, чем вы можете за один раз. Полетели. Многие люди жалуются на то, что у них не набирается масса, к сожалению. А почему она не набирается? Потому что они очень мало едят, и у них не хватает калорий. И сегодня мы это исправим. Ах! Да... Правду говорю. Ах, твою мать, еще раз. Сейчас я приготовлю один прием пищи и попробую это съесть. Если я его не съем, то в следующий раз я точно его съем, и вы увидите как. Друзья, я сам вообще питаюсь мало, маленькими порциями, но много раз в день, получается, от 5 до 7 раз. И довольно-таки небольшими порциями, поэтому я очень много не могу съесть. И сегодня мы проэкспериментируем, сколько я вообще смогу съесть. Думаю, вам тоже будет интересно. Погнали. Сегодня мы готовим овсянку, значит... Также будет творог у нас и несколько бананов попробуем съесть. И молоко, естественно. Давайте готовить. Что мы делаем? Мы заливаем один стакан молока. Одна стакашка, но там чуть-чуть совсем осталось, поэтому выливаем сюда молоко. Стакан молока. Потом берем, закидываем вот сюда овсянки до отметки. Я думаю, еще побольше, 200 миллилитров. Ну вот так вот. Закидываем. И варим 3 минутки. Так, каша у нас готова, ребята. Выливаем ее сюда. Получается вот такая вот тарелка каши у нас. Для кого-то это может сейчас показаться мало. Кто-то скажет, блин, я в 3 раза больше ем, у меня весь стол заставлен вот тут, когда я хаваю. А для меня это довольно-таки хорошая порция. И что-то с большой вероятностью я могу сказать, что скорее всего я это все не съем. Блин, давайте попробуем. Честно говоря, мне вот этого хватило для одного приема пищи, я больше не стал есть, но делаем до последнего. Начинается вот эта фигня, когда ты уже наелся и тупо начинаешь долго жевать. Блин, мне кажется, я 100% это все не съем. Уже все под завязочку. Не, все, ребят, меня уже тошнить даже начало. Можете сказать, что я писец как мало ем? Ну вот так я по чуть-чуть ем много раз в день. Это полезно для желудка. И для всего ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Через 2-3 часа снова поем. То же самое абсолютно. Попробуем все съесть и еще даже больше. Посмотрите, как я это сделаю. Для вас через 2 секунды. Погнали. Друзья, помните, да, какие у нас ингредиенты были? Значит, творог, тот же самый абсолютно. Закидываем новый творожочек. Потом наливаем 1 стакан молока. Получается, выливаем его сюда. Следующее, это овсянки. Тоже практически полную вот эту штучку. Теперь закидываем столько же овсянки, сколько мы и туда кидали. Также один банан. Ну что, у нас получается то же самое, что было у нас в натуральном виде, только теперь все будет вот в жидком виде. У нас вот столько получилось. Давайте еще для эксперимента... Я, помните, да, не смог съесть то количество. Мы для эксперимента еще доливаем 200 миллиграмм молока. И посмотрим, смогу ли я это все выпить. Тут еще где-то 120 калорий в этом стаканчике. Ну и для чистоты эксперимента еще один банан закидываем. Просто для разнообразия посмотрим, выпью я это все или нет. Тут уже больше 1000 калорий. Ну что, вот такое вот количество получилось. Сейчас посмотрим, смогу ли я это все выпить или нет. I can't control myself because I'm very dust.
Изи, блин, изи, просто гораздо больше калорий выпил, чем было тогда. И тогда я только половину съел, а сейчас почти в два раза больше, блин. Ну что, друзья, какой можно сделать вывод? Конечно же, нужно питаться такой твердой пищей, чтобы ваш организм работал, чтобы желудок перерабатывал эту пищу, чтобы все пошло потом в кишечник и так далее. Это очень полезно, кушать твердую, именно твердую пищу. Но если вам не хватает калорий, например, в день вы скушали 2000 калорий, а вам нужно 3000-3500, то спокойно можно пить вот такие вот, можно сказать, протеиновые белково-углеводные коктейли. И будет четко. Почему? Потому что это добирает вам калораж, и вы будете набирать массу. Если же вы этого не сделаете, то у вас будет идти регресс, а не прогресс в мышечной массе. Поэтому всем удачи, ребята. Делайте коктейли, набирайте больше массы, чем вы можете. И увидимся в следующем выпуске. Пока!